Здорово тебе, мой дорогой друг, и сегодня мы с тобой сделаем небольшое быстрое видео о стабилизации древесины полимерами. В моем случае это будет эпоксидная смола с красителем и так далее. Попозже, в следующем видео, я куплю анакрол, там еще березовый сок или буровит, по-моему, жидкости непосредственно для стабилизации древесины, и мы уже попробуем непосредственно на них. Но вроде как дегазацию эпоксидной смолы тоже никто не отменял. Я это делал ручным насосом, такой насос от вакууматора одежды, есть такие пакеты специальные для вакуумирования одежды. Вот этот насос с такой серьезный шланг и сброс давления, соответственно. Серьезно. Вот. Также обычный штуцер. Это, по-моему, от какого-то, блин, я даже не знаю чего. Компрессора, не компрессора, небольшого. Вот такой штуцер посажен на эпоксидный клей. Все герметично. И в моем случае это вот такая большая банка от огурцов. Вот так вот. Банку от вот этой вот крышки я, к сожалению, похерил, потому что когда я дегазировал вот этот вот кап, у меня смола убежала вовнутрь, она, естественно, закипела в момент дегазации, когда создаешь вакуум. Тут как бы показывать не имеет смысла. Ну, итак, я залил вот такой вот кусочек тополиного капа. Нет, вру. Это кленовый кап. Кап клена. У меня несколько кусочков валяется, юрец подгонял. Залил эпоксидной смолой с красителем жемчуг. Вот такой вот он красивый получился. И я сейчас буду делать из этой штуки, мы его будем точить на токарнике, сделаем из нее рукоятку под инструмент. Неважно. Сама суть посмотреть, пропиталась ли вот в такой вот ручной, бюджетной, так сказать, вакууматоре эпоксидка. Эпоксидка, естественно, она не такая жидкая, как тот же специальный стабилизирующий состав, то есть эпоксидка уже непосредственно смола, смешанная с отвердителем, она все равно более густая. И проникла ли, интересно, она в поры капа или нет, остается только гадать. Перенесемся непосредственно к токарнику.